А вообще кому нужна макивара? Ну кто на ней работает? Макивара необходима любому файтеру, абсолютно любому файтеру. То есть любому человеку, который занимается боевым искусством, есть ударная техника. А почему-то принято считать, что работа на макиваре – это прерогатива адептов карате. Это неправильно. Это мнение повелось оттуда, что сам снаряд оттуда пришел. Само название из Японии, с Окинавы. То есть там это все зарождалось, там была доска вот такая вот, которая была закопана в землю. И поэтому это японское, это чисто для каратистов. Это неправильное мнение. Хочу сказать, что лучшее надо всегда перенимать. Возможно, и штанга, она была изобретена тоже где-то, когда-то, кем-то. Но это не считается, что это вот только для со стороны, где она была придумана. Или гиря там, или что-то еще, да, в том виде, в котором она сейчас есть. Ну, сейчас используют это все, да, в тренировках. То же самое и макивара. Это снаряд, ну, который просто по-другому трудно назвать. Вот он так называется, и все. А макивара. А используется он повсеместно, абсолютно любыми адептами боевых искусств. Хочу сказать, что в одной из сильнейших школ бокса, это кубинская школа бокса, макивары используются везде и постоянно. То есть в любых залах, где занимаются на Кубе боксом, есть макивары. И уже давно их используют там уж, наверное, лет 50. Она абсолютно для всех, кто хочет обладать настоящим ударом, кто хочет научиться бить сильно голой рукой, чтобы удар был мощный, сильный, пробивной не только в бинтах или перчатке, а и голой рукой, чтобы ударив в бетонную стену по кирпичу или, что важнее гораздо, в лоб противнику, в локоть ему, по колену, да, подставленному, ваш кулак остался цел. Вот, если это нужно, то для этого нужна макивара. Обязательно. Если по очкам выигрывать собираетесь или бесконтактных видах, тогда, да, возможно, можно обойтись и без нее. Но для настоящего файтера и бойца макивара незаменима в принципе. Ведь никто же не говорит, что боксерский мешок – это только для боксеров. Если действительно тренажер хорош, используют его все, потому что все понимают, что он нужен. Потому что понимают. То есть все, кто занимается контактными видами карате, кто занимается микс-файтом, кто занимается тэквондо, то есть где контактные есть техники, то есть удары настоящие, в полный контакт. Они занимаются на мешках, они ставят удары на мешках. Так и макивара, на нее распространяется то же самое правило.